Привет, ребят, меня зовут Ася. В этом видео будем смотреть видос с Мармока ПКС. Еще один фокус с калашниковым называется. Очень интересно. У меня обычно с калаша летит так, 50 на 50 под настроение. Посмотрим, что там такое выдает Мармок. Вы не забывайте подписываться и ставить лайки, если вам все понравится. И каждый день с 7 вечера по Киеву на этом канале я веду стримы. Заглядывайте, поболтаем, буду ждать. Поехали. Олежа, он на меду. Царство тебе небесное, Олежа! Сука, надо с префом выходить. Все нормально. Я его в локоть аккуратно попросил, чтобы он больше так не делал. Отомстил за друга. Так, а где последний бомбоносец ходит? Где он? Ай, на лонге в боксе. А. Может переходить будет парень, кстати говоря, аккуратно. Он также может нахуй пойти. Но если он меня убьет... Так-то может. Ну нафиг. Спасибо за поддержку. Прячься, Артём. Секретки сядь. Котёнок. Кстати, этот доставщик тротила мог через теспавн пойти. Мать твою! Скример, сука! Да-да-да. Реальный скример. Я не знаю, мне иногда КС хватает, знаете, вместо ужастиков. Поиграешь часа три и половишь вот этих вот скримаков, так и ужасов никаких не надо. Слышите, пацаны? На шарте кто-то самбу и бошит. Слышим. Откуда? С шарта! Шорт и окно, шорт и окно. А вы умеете слушать. Шорт, да, видел шорт. Это была, блядь, самая полезная фаза всю историю КС. Так, я так понимаю, щегол шорта... Лучше такая инфа, чем никакой. Слишком много ответственности на себе взял, да? Это... Да что ты паникуешь? Это просто дым, это не пожар, успокойся. Ой. Хорошо. Парень что-то завтыкал на шарте. А теперь пожар. Паникуй. Это ММ. Здесь всякое может быть. Услышал звук его башки, и арбуз захотелось. Да мы просто этот... Но у меня 0 киллов, чтобы вы понимали до сих пор. О, это... кто-то не проснулся еще, да? Пора бы уже. Да сейчас я сделаю все, подождите. О, Игорь, го-го-го! Найс, починаю тебя, фраги пошли. Такой? Два фрага сделал и сразу на второе место поднялся, охрененно. Да что они такие соны, давай! Иди сюда. Ломай дебла, Игорь, они все твои! Почти. Найс, фраг, все, проснулся, давай, все, активизировался. Сейчас будет, все, я в натуре разыгрался сейчас. А теперь эко. Я хочу кинуть гангрену на банан. Кто со мной, судари? Покупайте хаешечку. Мне не ладно. Да уже поздно, ты не по таймингам. Я вообще привык на фаст-ротейте стоять, но... Я так, кто культурный был? Ой, это... Я забыл, что я в Дискорде всегда с вами. Пустанешь меня на клумбу? Давай, да, я просто... Если не запушат, то я басу всех отсюда просто. Это последние, они могут какую-то дичь сейчас вытворить. Да, это было хорошо. Да блядь, Игорь, тихо, я их не слышу. А их нету нигде, в смысле, они там далеко. Прорал до самого плента, я хуею просто. Пикни меня, чудо, бля. А это другой. Стоп, нет. Дигл красиво. Отлично. Еще и зажарили. Скажи, сколько я там удал. Открыл холодильник. Нормально. Я тоже так хочу уметь, бля. Мэджик. Фокусник ебучий. Дэвид Блейн. Что бы вы ни спрашивали почему, я решил вас предупредить. Все следующие моменты будут немножко сплющенными. Точнее, они в соотношении сторон 4 на 3 в растянутом виде. Зачем, спросите вы? Ну, кроме того, что модельки жирные. Тут два варианта ответа. Первый, я так лучше чувствую игру. И второй, я думаю, что я лучше чувствую игру. Я тут еще сам не определился. Это баяна. Хелпа бы. Живи. Хелпа, хелпа. Да, нужна да, хелпа. Да, мы уже возле тебя, мы уже убираем. Погоди. Ну, посмотрим. Тут у нас в кассу как кто-то пизделей получить хочет. На 4 на 3. Добей его.
Отлично, мы идем. А, ты умер уже. Что надо мы такие странные? Вместе заходим. Раз, два, три, пока. Да. Ну вместе так вместе. Где ты его там нашел вообще? Нормально. Да он что-то решил, что спрятаться в единственном, сука, дыме на всем Бэплэнте — это хорошая идея. Что творится, господи? Мы так и просрать можем. Давай эко сделаем. Пошли на лонг, Олег. Умрем по-спартански. Давай. За Спарту! Don't stop pushing! Я готова дать свою жизнь за инфу. Мид вроде бы, мид тебе, нет. Я на топ-миду их слышу. О-о-о. Камон. У меня! Ну давай. Бомбу положил, щенок. Бомб даун, бомб даун. О, бил к себе. Так не говорите, что это сейчас будет эйс. Имя отца и сына святого. Это не может быть эйс. Лоучпи, шорт. Лоучпи, я в коробке, бля. А, я пошел. Бомбу положи, гнида. Смачно прилетело. Очень сочно. Я же им сказал бомбу не трогать, они не послушали. Да ладно. Чем меньше их становится, тем больше я переживать начинаю. Да ладно. Один, ну ладно, вангую, как обычно. Пусть это будет эйс. Двое. Откуда? Где они? У меня, сука, от напряжения сейчас вены на лбу треснут. Да, сука! Один парадный, два в шоколад. Какой хороший. Окей, хорошо, сванговала правильно. Вы знаете, в комментарии по поводу гадания, все туда. Это было очень... А прикинь, сколько мне теперь дрочить на этот эйс. Шорт. Не, ну это правда был не очень помогла, сочный пацану, эйс. Эйс. Хорошо, что вот с гранатой был ублюдок. Спаун, топ мид. Так, я понимаю, мне сейвить, да? Ну, может, кто-то зайдет ко мне. Опа, это что за тиски такие? Нормально. Так, перебегайте. Это флешка! Что? Как? Я еще от своих флешек после стрима не отошла, а тут новые. Читы нужно вырубить срочно. Читы спалил, читы свои. Нюху-ху-ху, это Б будет или что? Чёрта. Чё ты мне бомбу всегда... Где бомба? В смысле, где бомба? Ёб тебя за шкирку. Где бомба? Ты бомбу сбросил, а? Пропала? Ёб твою. Делай красиво, Аня. Отлично. Тимплей. На балконе. Еще. Ща бы вот эта бомбувка истерять, конечно, ну вообще придумали. Один там. Спит. И ты тоже ложись. Бомбу на оставить, что ли? А, отлично. А мы типа вообще не ищем коротких путей, да? Где? Нырнул как гусь. Прям под музычку установки бомбы. Изи. Вообще изи. Вообще, как будто с ботами играю. Так, погоди-ка. Мне кое-что кажется. Ясненько. Ребят, помогите. Гоу-би! Гоу-би, гоу-би, гоу-би! Чу-би. Мне их толкать к вам приходится. Тут дымяныч прикольный, я сейчас под него сыграю. Я прям с пилем захожу. Ой, кэш. Прям смотрю на эту карту и понимаю, что я капец как соскучилась. 100 лет не играла на кэша. Один каленый очень. Мид. Ребят, очень литы. Бомба у нас на Б. Точнее, бомба у меня на Б. Проходит, чего? Ты же уже зашел, вот. Да, я его вижу. Ну, это класс, каленый, конечно. Очень сильно каленый. Я не знаю, сколько. А где был? Гараж. Опа. А, вот. Спалился. В винтах спалился. Ох, ребята, как думаете, затащу или нет? Раз он каленый. Вангулы, да. Затащишь. Насколько это баранина каленая? Не пишет. Не знаю. Ну да, долбаный фейсит. Чё так долго этот парнокопытный? Может, ЛП лучше? Хорошо уговорил. И пучий случай. Я знаю, что он делает. Решил меня обойти, говна кусок. Ну. Режьте, режьте! О, давай, последнего втроем на изи зарежете. Отлично. Ну чё, за теров играть будем, да? Да. Так кто? Кто у нас командир? Я, да? Да. Так, как ну, там это? Ну, напиши, попробуй. Да, Моки написано. Switch. О, oh, you want to switch? Еще? Yeah, yeah, yeah.
Ну ни хрена себе, что такое. Switch. Он хочет, чтобы мы поменялись. Я никак не могу. Как Switch правильно? Свитых, да? Да, свитх. Свап. Не, свитч. Свап. What the fuck? А, свиты. Как свитч правильно пишется? Тебе switch, подсказку дали. Свитч. Свитч. Ты пропустил, после ТЦ еще должна быть. После ТЦ. В чате, ты в чате не видишь зеленое сообщение, Марин? Hello. А, свитых, кх, свит, свиты, кх. Проще гейм стать, чем это слово написать. Уроки английского с Мармоком, блин. Свита, свита. Что, на Dream Suicide там мид не пушат? Бля, что ты... Да он со спидом же! Что было? Я уже подумал, кто-то машину перепарковал. Я смотрю проход. Шорт есть один АВП. Это капец, как не вовремя. И лонг тоже. Я их сейчас поприветствую. Близко, за машиной, Марин. У меня 9 хп. Сука, они меня игнорируют! Блядь, на сайде один, я ему в голову попал, лоу хп на сайде. Понял, я сейчас от их же дыма сыграю. Сайд, гай, сайд. Ку-ку! Капец, мясо. Я вообще сейчас мышку мизинцем держал. Ты чё, пароль от бомбы забыл, блядь? It's a long road to the top. Far we I come from and we not look back. Far me I come from and we not look back. Far me I come from and we not look back. I be winning every day till it feels like deja vu. We never stay on our darling, no matter what you say or do. So we celebrate. Привет, народ! Пожалуй, на этом все. Здесь был какой-то долбоёб и CSGO. Оставляю вас с рамочками наедине. Пока. Такой балдёжный мувик был в конце. Мне так зашло. Так классно сделано. Очень классный эйс был. Я до последнего, честно говоря, не верила, что всё-таки там будет эйс. Но Мармок умеет, конечно, делать вещи, тут не поспоришь. Вы напишите в комментариях, что понравилось больше всего вам. А мы встретимся в следующем видео. Пока-пока!